Друзья, а вот и наша долгожданная встреча и наш волшебный понедельник. Очень его ждала, потому что в прошлый раз мы с вами его прогуляли на празднике, а сегодня наконец-то встретились. Поэтому у нас, я заметила, знаете, что когда меня долго нету, почему-то мне потом хочется, чтобы в этой студии была я, Дима Маликов, ну и вы. Я решила сегодня вот провести эфир совместно с Димой Маликовым. Пусть он играет, все как мы любим, по нашей традиции. Ну что ж, друзья, собираемся. Сразу пишите те, кто с нами сегодня впервые. Мы обязательно вас поприветствуем. И также начинается наша синхронизация. Я сегодня буду на две камеры, да, видимо, работать. Сегодня наша будет синхронизация – это красное сердце. Раз я сегодня в красном, пусть будет красное сердце. Итак, присылайте, и мы с вами начинаем. Для меня это будет таким знаком нашего старта. Ну что ж, я вижу ваши комментарии. Добрый вечер всем. Жду ваши красные сердца. Также жду тех, кто с нами впервые. Обязательно напишите. Пока я вижу оранжевые сердца. Это, видимо, контакт. Может быть, контакт выдает красный вместо оранжевого? Мальчики, вы что, видите, оранжевые или красные сердца ВКонтакте? Красные? А почему-то этот экран выдает оранжевые. Так интересно. Вот так. Ну ладно, буду знать, что это красный. Но все, очень много сердец. Это знак. А новичков как не было, так и нету, да? Ну ладно, если что, пишите позже, мы вас обязательно поприветствуем. Ну что ж, как вы видите, я стою, поэтому сегодня мы с вами начнем стоя. Итак, встаньте в комфортную для себя позицию. Как всегда, посмотрим друг другу в глаза, настроимся, почувствуем друг друга. Ну что ж, глубокий вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. Переводим руки назад в замок и раскрываем себя. Уже открываем сердце. Давайте настроимся на наш волшебный эфир. О, я вижу, Ирина с нами впервые, Лиля с нами впервые, но мы чуть позже вас поприветствуем. А сейчас мы уже стоим, настроены на прекрасный урок. Останьтесь в этой позиции и теперь посмотрите в правую сторону. Вперед, влево, посмотрите по сторонам, добавьте дыхание, вдох и на выдохе, вдох и выдох. А теперь ухом тянемся к плечу, в другую сторону, мягкие плавные движения. Итак, руки вниз. И теперь за правой рукой вверх, вдох, на выдохе наклон в правую сторону. Беременные сегодня тоже с нами. Настенька, привет, друзья. Если еще есть беременные, тоже пишите, чтобы Настя не была одинока. Итак, друзья, для тех, кто хочет усилить ощущения, направьте левую ладонь вниз, левое плечо, левую лопатку. И также можете левой стопой толкнуть пол чуть больше. Тем самым вы увеличите вытяжение. Наслаждаюсь музыкой. Итак, теперь направляем локоть, подбородок по диагонали. И на выдохе локтем примерно тянитесь вниз по направлению правой стопы. А левой ладонью продолжаем усиливать вытяжение, направляя ладонь вниз и стопу. Плавно поднимаем голову, правую руку ко мне и к себе.
Расслабьте плечи, убедитесь, что ваши плечи на одной ровной линии. Направьте руку ближе к себе и дальше от себя. При этом сохраняя вытяжение во всем теле. Я по вам скучала. Чтобы вы знали. Очень хочется верить, я прям слышу от кого-то сейчас эти слова, как мы тоже, Олеся. Да, кто-нибудь так сказал? Если да, подмигните правым глазом. Итак, сгибаем руку в локте, поднимаем вверх и направляем ладонь к позвоночнику, стрейч, трехглавой мышцы плеча. При этом также сохраните вытяжение. Я даже порекомендую вам чуть-чуть направить корпус вперед, чтобы убрать компрессию из поясничного отдела. Подтяните больше живот, а кто готов, то левую руку направляете вниз и руки соединяем за спиной. За спиной. Можно быть так, на выбор, но всегда через вытяжение, друзья. Пресс также, живот в себя, красивая осанка. Ирина, очень приятно. Ну что ж, мягко опускаем руки. А теперь левую руку вверх, вдох, и на выдохе наклон головы в левую сторону. И снова мы сначала расслабили плечи. Правой рукой надавите прям, как будто бы вы толкаете пол, почувствуйте, как опускается ниже плечо, и вы давите правой стопой. Леночка, люблю. Надеюсь, тебе уже лучше. Просто почувствуйте, друзья, уже кайф во всем теле. Тело – это одна система, одно целое. И вроде бы мы работаем с шейным отделом, но запускаем вытяжение во всем теле. Теперь направляем локоть и подбородок по диагонали. И с выдохом вниз. И правая ладонь продолжает, как будто бы толкать пол. Чувствуйте приятное ощущение. Поднимаем голову и направляем левую руку ко мне и к себе. И снова нужно убедиться, что оба плеча на одной ровной линии, плечи расслаблены. Руку ближе. А мы становимся выше. Сегодня хочется наслаждаться и молчать. Сгибаем руку, переводим ее вверх, вдох, ладонь к позвоночнику. Также вы можете слегка перенести вес тела вперед, чтобы убрать компрессию с поясничного отдела. Быть здесь, либо правую руку вниз и соединяем руки в замок, раскрывая себя, сохраняя вытяжение. Дышите ровно, спокойно. Итак, руки вниз, а теперь обе руки вверх. Давайте все вместе на вдохе. Руки за голову, локти ко мне и на выдохе чуть-чуть направили локти вниз, раскрыв шейный отдел. Направьте плечи вниз, а руками чуть больше вытяните за макушкой. Теперь поднимаем позвонок за позвонком и на вдохе раскройте себя, как будто бы лопатками ложитесь на облако. И теперь отсюда раскройте руки чуть выше линии плеча, большие пальцы вверх. Все, открываем сердце, душу. Немного сейчас подышим, друзья, с вами. Покажите контраст круглой спины, выдох.
И на вдохе раскрываем себя. Чередуем руки, то одна вверху, то другая. И вдох. Более глубокий выдох. Дыхание будет нас дополнительно разогревать. И еще выдох. А давайте чуть быстрее. Давайте. Выдох. И вдох. Выдох. Покажите максимальную амплитуду. Выдох. И еще раз. Выдох. Остались. Раскрыли себя еще сильнее. Итак, руки вниз и снова назад в замок. И снова раскрыли грудь и стали еще выше. Леночка, спасибо тебе огромное. Ой, я заплачу. Далее поставьте руки на бедра и выполним волну. С прямой спиной уходим вниз. Подбородок вниз и круглой спиной поднимаемся вверх. Плавно подключаем позвонки с прямой спиной вниз и круглой спиной вверх. И еще раз вниз и останьтесь здесь. Потянитесь круглой спиной вверх и прогибаем спину, как cat stretch. Снова на выдохе круглой спиной вверх. И оставить спину прямой. Отлично. А теперь разгибаем ноги в коленях, хотя они могут остаться и согнутыми. Создайте вытяжение во всем позвоночнике. Корпус примерно параллелен полу. Сохраняйте естественный изгиб в пояснице. Далее вы можете быть здесь, либо поставить руки на пол. И поочередно сгибаем и разгибаем ноги. И когда сгибаете, представьте, что вы пяткой толкаете коврик назад. Почувствуйте, как увеличиваются вытяжения в подколенных сухожилиях, в задней поверхности бедра. И теперь зафиксируйте это положение. Либо вы можете быть вверху с согнутыми ногами. Настюш, у тебя ноги еще шире, я надеюсь, да? Те, кто беременные, вам нужно поставить ноги еще шире. Итак, остались здесь, зафиксировали положение. Можно даже дотянуться ладонями до пола, если вы готовы. А теперь согните ноги в коленях и живот полностью кладем на бедра и расслабляем плечи, шею, спину. И теперь, втянув живот, мы медленно поднимаемся. Позвонок за позвонком, расслабьте плечи, расслабьте руки и дайте телу самостоятельно подняться и раскрыться. В принципе, урок можно завершать. Что-то мне уже хорошо. Ну что ж, друзья, теперь поставим ноги широко. Открываем правую стопу в сторону, прям широко-широко, а левую стопу направьте вперед. Откройте руки в сторону, сделаем позу треугольника. Теперь левым бедром представьте, что здесь некая стена, и бедром толкните стену, вытолкните. Потянитесь за правой рукой как можно дальше и уходим вниз. Вы можете чуть выше быть, либо ниже. Но создайте красивую линию рук, раскройте себя. Все время толкаем левым бедром, как будто бы стену. При этом расслабьте плечи, почувствуйте лопатки. Потянитесь за рукой выше, вдох, и вы можете обнять себя, дополнительно раскрыв грудной отдел. Я хочу видеть оба ваши плеча, особенно правое. Чуть больше направьте его ко мне, чтобы я его увидела. Прекрасно. И снова за рукой вдох. И на выдохе подъем.
Теперь направьте правую стопу вперед, левую в сторону. И мы снова открываем руки. И для начала мы правым бедром толкаем стену. Потянитесь за левой рукой и, сохраняя вот эту красивую линию тела, сильную, мы уходим вниз. Опять же, рука либо выше, либо ниже. Снова оба плеча поворачиваем в мою сторону. Господи, я обожаю эту композицию. Такая она, знаете, прям как струны души, прям вот по всем струнам души проходит. Можете потянуться выше за рукой и обнять себя. За правой лопаткой чуть дальше назад. Попробуем уйти чуть ниже и раскрыть себя еще больше. За рукой вверх, вдох. И на выдохе подъем. Класс. Закрываем стопу. Поставьте ноги чуть уже. Далее у нас стопы остаются открытыми. Самый простой вариант. Вы можете остаться здесь, слегка раскрывая колени. Более сложный вариант, если мы уходим ниже. Соединяем ладони, поза хинди. И через локти открываем бедра. Сохраняя вытяжение. Друзья, если сложно, предыдущий вариант, который я вам показала, он тоже хорошо подойдет. Чуть больше раскройте колени, сильнее надавите ладонью на ладонь для того, чтобы вытянуться. Сразу почувствуйте, как раскрылись все позвонки. Вот над вами магнит, и он все время вас тянет, тянет и тянет. Момент музыки. Дышите и чувствуйте. Я ждала этого момента. Откройте левую руку, помогайте себе продолжать раскрывать левое бедро и открываем правую. Создав красивую линию рук, небольшое раскрытие грудного отдела. Мягко возвращаемся. И теперь вслед за левой вдох. Настюш, тебе, наверное, нужно подняться и стоя на коленях это сделать. Ну, в смысле, вот в этой позиции. Итак, возвращаемся. И теперь снова разгибаем ноги в коленях. И попробуйте ноги открыть широко. Широко. Опять же, насколько это возможно, чтобы вам можно было сохранить прямую спину. Оттолкнитесь ладонями, почувствуйте лопатки. Создайте вытяжение в шейном отделе. Можно ноги поставить еще шире. И попробовать уйти с опоры на предплечье, если вы к этому готовы. Если нет, и если у вас есть кирпичи для йоги, можете их использовать. Можно взяться, поставить либо стопку книг, либо кирпичи. Все, что хотите. Главное, чтобы вам было хорошо. Снова поставьте ладони и снова оттолкнитесь от пола, вытянув и руки, и ноги, и позвоночник, и шею. Итак, стопы чуть уже и мягко опускаемся на колени. Настало время для нашего самого, наверное, любимого блока, блок для стопы.
Итак, вот теперь можно взять в руки телефон и поприветствовать наших новичков. Те, кто сегодня с нами впервые, мы обычно приветствуем вот так. Друзья, а как? Смотрите, ждите новые смайлики. А я повернусь боком, чтобы вам лучше было видно. Итак, правое колено мы чуть-чуть поднимаем. Вот прям совсем немножко. Да. И всем весом тела давим на правую пятку. Одновременно с этим поднимая правое колено вверх. И вы почувствуете вытяжение в передней части голени. Если для вас это упражнение уже простое, то смело переносите вес тела назад, для того, чтобы колено поднять чуть выше, тем самым вы усилите натяжение. Друзья, вот эти все фейерверки, они для вас, новички. Мы вас приветствуем в нашей большой, дружной, я бы сказала, такой, знаете, уже самой, наверное, такой классической, традиционной семье, в которой мы 2,5 года. Постоянно вместе, каждый понедельник. Вот она, наша традиция. Супер. Что ж, вы чувствуете стретч в передней части голени? Очень полезно сделать это перед сном, друзья, очень. Ну что ж, а теперь упражнение, где мы загадываем желание. Итак, мы ставим правую ногу на согнутый палец. Можно начать с небольшого движения, когда стопа внизу, колено внизу. И потом постепенно, чем ближе колено, тем больше стопа двигается вперед, и в идеале нужно сесть так, чтобы ваше колено было точно над пальцами ног. Вот так они согнуты, да. И так как здесь очень интересное ощущение у всех, я уверена, мы здесь загадываем желание. Сегодня я, пожалуй, загадаю, присоединюсь в вашу команду. Далее ставим полностью стопу, здесь аккуратно обращаем внимание на мимику лица своего вот в этот момент. И теперь мягко переносим вес тела вперед, лишь чуть-чуть подняв пятку, немного. И всем весом тела надавите на бедро и почувствуйте уже приятный стретч ахилл. У нас, кстати, сегодня только 2 новичка, да, образовалось? Думала, будет много новичков, всего 2. Но 2, мы вам рады, вы теперь это знаете. Теперь мы вас будем ждать каждый понедельник в 20:30. Расслабляемся, давим, друзья. Вот те, кто в выходные много гулял, для вас этот блок сейчас будет уникальным. Ух, сколько, оказывается, всяких там лайков-то я что, не видела? Друзья, меняем ноги. Меняем. Я также повернусь в другую сторону. Сейчас хорошо будет боковой ракурс, прям то, что нужно. Вот, еще там Елена, новичок. Прекрасно. Итак, поднимаем левое колено совсем чуть-чуть и всем весом тела. Видите, у меня оно практически на полу. Я его подняла вот на столечко. Если вы готовы сразу увеличить ощущение, то переносите вес тела назад и немного больше давите на левую пятку. Мы и давим на пятку, и поднимаем колено. Вот они, прекрасные ощущения. Да, и занавесочка. Я видела, да, у нас занавесочка. Красивая. Уютная, самое главное. Уютная, душевная. Чуть больше. Давайте направим колено вверх. Что ж, идем за желаниями. Итак, ставим левую ногу на согнутые пальцы. Опять же, находим свое положение, но в идеале колено над серединой стопы. Загадываем. Загадываем.
Загадывайте желания столько, сколько хотите. Вы же помните, на моих занятиях можно все, кроме сна. Вот главное не усните. После самое то, а вот во время нет. Итак, теперь мягко возвращаем стопу, аккуратно ее ставим, снова слежу за вашими эмоциями. И переносим вес тела вперед, немного приподняв пятку. Видите, она практически стоит на полу, и я расслабляюсь. И давлю на бедро. Невероятное ощущение. Класс. Ну что ж, садимся. Итак, обе ноги мы вытягиваем вперед. Поставьте их на ширину таза, возьмите за середину стопы и потянитесь грудью ко мне и вверх, раскрыв поясничное тело. Вот обратите внимание на положение поясницы, она прямая. Вы вытяжение и на выдохе подбородок вниз и круглой спиной назад. Раскрываем лопатки и спину в разные стороны. На вдохе поднимаем себя, позвонок за позвонком. И снова на выдохе назад. И на вдохе вверх. И снова выдох. Вдох. Отлично. Теперь, если вы готовы, вы можете толкнуть пятки еще больше вперед, но здесь основным моментом будет ваша прямая спина. Если вы чувствуете, что спина начинает вот так округляться, тогда останьтесь на предыдущем варианте. А если и этот вариант сложный, то я рекомендую использовать ремень для йоги, либо полотенце, чтобы вы провели его под стопами. Держитесь, и такое положение тоже прекрасно. Друзья, опирайтесь на свое самочувствие, на свои возможности. Можно и полностью ноги разогнуть. Опять же, если ваша поясница прямая и длинная. Опять же, чувствуйте. Раскрывайтесь. Потянитесь еще больше ко мне и больше вверх. При этом слегка расслабьте переднюю поверхность бедра и правой, и левой ноги, и тогда вы почувствуете более сильное вытяжение в задней поверхности бедра. Класс! Ну что ж, теперь нам нужно подтянуть к себе ноги. И сесть вот так вот элегантно и красиво. Да, сядьте на правую ягодицу, чувствуйте ее. Левой стремимся вниз. Да. Плюс-минус выровняйте корпус. Вам должно быть комфортно в этом положении. Колени можно немного подвинуть. Можно сесть и в треугольник. Посмотрите, самое главное, чтобы было комфортно вашим коленям. Итак, ну что ж, теперь правую руку за голову. И на вдохе раскрываем себя за рукой. И на выдохе локтем стремимся к левому колену. И снова на вдохе раскрываем, небольшая ротация в грудном отделе. И выдох, сопровождаем это дыхание. И снова вдох, вторая рука, она либо раскрыта, либо на бедре, либо на полу. Найдите свой вариант, который вам будет удобен. Открыли себя. И теперь за прямой рукой чуть сильнее вдох. И на выдохе, вот такой, знаете, как будто обнимаем что-то большое. И потянитесь как можно дальше. Вот представьте некую цель по диагонали от колена впереди. Вам нужно дотянуться до нее. И снова на вдохе раскрыть себя. И на выдохе снова обнимая что-то объемное, мы стремимся вперед. И еще раз вдох.
Выдох. А теперь правой рукой возьмитесь за левую голень, втяните живот и круглой спиной потянитесь назад. И пусть вас левое колено выталкивает вашу ладонь в левую сторону, а вы в контрасте стремитесь за спиной, широчайшие мышцы спины почувствуйте. В целом весь позвоночник. Итак, мягко поднимаемся. Теперь левую ногу переводим с кресла вперед, выполним скручивание. Более простой вариант исходного положения, если вы разогнете правую ногу. Может быть, вот такое скручивание. Те, кто беременны, Настюш, у вас открытое положение, должно быть пространство для бэбика. А у нас вариант согнутых ног. Итак, почувствуйте обе ягодицы, сделайте вдох и на выдохе твист в сторону бедра. То есть мы вращаемся с вами в левую сторону. И снова достаточно прямой позвоночник, мы спину уже к этому подготовили, и раскрываем только грудной отдел. При этом дышим свободно. Проконтролируйте дыхание без задержки. Итак, будьте выше и вращаемся дальше. Ну что ж, завершилась композиция. Это знак, что пора поменять движение. Итак, возвращаемся ко мне. Теперь элегантно складываем ноги в правую сторону. И мы садимся на левую ягодицу чуть больше, но правой стремимся вниз. Итак, левую руку за голову и выполним все то же самое в другую сторону. Ну что ж, на вдохе себя раскрываем. И на выдохе локтем стремимся к колену. И снова вдох. И выдох, чуть ниже движение. Увеличиваем амплитуду. Снова вдох. И выдох. Снова открываем себя. Теперь за прямой рукой потянитесь дальше. И на выдохе опять же обнимаем что-то такое объемное. И за рукой вытягиваем вперед на край коврика. И снова вдох. Покажите масштаб, объем, выдох. Вперед, вперед, вперед. И еще раз вдох шире. Возвращаем на выдохе и левой рукой обнимаем себя за голень, также правой, и круглой спиной назад. И пусть ваше правое бедро выталкивает вашу левую руку вперед, а вы в контрасте стремитесь назад. Почувствуйте, как хорошо в вашей спине, в вашей шее, расслабьте ее. Мягко поднимаемся. Итак, теперь правую ногу мы перекидываем с кресла, переходим к скручиваниям, стабилизируем таз и находим свой вариант. Напомню, что вы можете левую ногу разогнуть вперед. Беременюськи делают открытое положение, а мы делаем вдох, закрытый, на выдохе вращаемся в правую сторону. Создаем вытяжение, спокойное дыхание. За правой лопаткой чуть сильнее назад. Дышим. Встаньте еще выше. И чуть больше двигаемся за правой лопаткой. Назад. Итак, возвращаемся. Предлагаю остаться здесь. Итак, вы можете быть в этой позиции, либо обе ноги подтянуть ближе к себе, поза голова коровы, корова, либо раскрываем ноги чуть шире, как я это люблю делать, так, чтобы примерно колено было над коленом. Такой, знаете, в морской узел нужно завязаться, а ноги раскрыть в разные стороны.
почувствуйте, здесь очень важно, друзья, почувствовать, что обе ягодицы прижаты. Вот найдите то положение, где вы чувствовать будете одинаково и правую, и левую ягодицы. Почувствуйте, как хорошо ягодицам, как здесь хорошо раскрываются суставы, сохраняя вытяжение, друзья, и наслаждаемся. Ощущения прекрасные. Пока спина прямая, и мы тоже за этим моментом следим, потому что это ваша спина, это ваш позвоночник. Раскрывайте его. Пусть мышцы нам в этом помогают, только они держат наш позвоночник. Ну и сила мысли. Итак, теперь сделайте вдох и на выдохе вот такой же ровной спиной перенесите вес тела вперед и двигаемся, ложимся, опять же, сохраняя вытяжение в пояснице. Пока, чтобы вам не было грустно находиться в этом положении, друзья, хочу всех пригласить в наш фитнес-тур, который пройдет 23 июля. И продлится он неделю до 31 июля. Мы вместе с Димой Виноградовым, вместе с этим мистером полотенчиком, вдвоем едем в Турцию. Невероятный отель, классная компания. Поэтому, друзья, пишите мне, я все подробно расскажу. Очень достойный отель, очень, ну, команда будет просто Виноградов, и я, будет круто. Поэтому присоединяйтесь в нашу команду. Будет все. И активности, а? Тоже хочешь? Кирилл тоже хочет. Ну, поехали. А что здесь закроем все? Не слушайте. Все закроем. Ладно, обсудим. Я к вам вернулась. Кирилл тоже хочет. Друзья, мягко поднимаемся. Сейчас, если присутствуют мужчины среди нас, пожалуйста, закройте глаза. Мужчины закрыли? Девочки, меняем ноги красиво. Мужчины, можете открывать, а то еще потом не уснете от греха. Итак, снова либо ноги к себе. Я вот на своих групповых уроках всегда у меня, кто мужчины приходит, они уже знают, в какой момент закрыть глаза. Все уже надрессированы. Ну что ж, раскрываем либо так ноги, либо ближе к себе. Но напомню, что самое важное – это зафиксировать таз. Чувствуем левую и правую ягодицы. Хорошо, сейчас. Сохраняем утяжение, так что да, не договорила, присоединяйтесь в нашу команду. Будет много разных тренировок, у Димы будут, наверное, более функциональные, силовые. Я возьму всю mind-body историю, мы будем проводить всякие лекции, тематические встречи, тусовки тоже. Там все будет, будет все очень классно, весело, классная компания. Создайте еще чуть больше вытяжения, друзья. Вообще, вы знаете, я прям давно мечтала, много лет не была именно в таком туре. И обожаю в 7 утра сделать боди-баланс на берегу моря. Вот это вот, вдохнуть морским воздухом, все. Знаете, если честно, мысленно я уже, мне кажется, там. Ну что ж, сделаем вдох. Даже, мне кажется, я почувствовала какой-то морской бриз вот сейчас. Вот эта штучка еще навеивает мне. Знаете, у нас в студии висит такая штучка, ее вот никак камеры не показать, но она меня всегда отвлекает в эфире. Но по ней что ориентирует воздух? Вентиляция. Как работает вентиляция в этой студии? И висит мишура новогодняя и вентилируется. И все время напротив камеры меня отвлекает. Теперь вы знаете, что меня иногда может отвлекать. Так как я человек настоящего, понимаете, я же вижу все, что меня окружает вот здесь и сейчас. И она все время надо мной вот так вот. Ну, потому, говорит, вот кроме меня никого не мешает. Так другие, потому что, видимо, настоящим не живут. А я вижу все и всех. Сколько дней? Полных 8 дней. С 23 июля по 31 июля. 31 будет возвращение. Жду этот момент. Да, тренировка у моря, это действительно, друзья, все будет на свежем воздухе, практически все. Несмотря на жару, поэтому в 7 утра уже будут тренировки. Ну что ж, раскрываем ноги и переходим в красивого лебедя. Видите, у меня сегодня такая плавательная, водоплавающая тема. Итак, правую ногу вперед, левую назад и выравниваем таз, друзья. Если, опять же, сложный для вас этот вариант, начинайте с самого простого, это 90-90. Вот в таком варианте вы можете начать, особенно если вы чувствуете дискомфорт в коленях.
Левую ногу назад, правую вперед. И здесь, друзья, самое важное – это выровнять таз, чтобы оба бедра были направлены точно в пол, сохраняя вытяжение. Раскрываемся. Можете быть здесь, а можете перейти вниз и полностью расслабиться. Почувствуйте приятный стрейч ягодиц. Чудесное положение. Можно полностью лечь, вытянуть руки. Просто я не могу выйти совсем вот как мне хочется, чтобы вас не потерять. Чтобы продолжать вас чувствовать и видеть. Друзья, теперь потянитесь в сторону правого колена. Вот так по диагонали, но больше за левой рукой вперед. При этом мы продолжаем сохранять стабилизацию таза, и левое бедро продолжает стремиться к полу. А мы за левой рукой в диагональ создаем вытяжение. Итак, мягко поднимаемся. И далее, друзья, сгибаем сзади стоящую ногу в колени, подтягивая пятку к ягодице. Усилим вытяжение в передней поверхности бедра. Здесь тоже будет несколько вариантов. Либо этот вариант, мы подтягиваем пятку. Если вы хотите усилить ощущение именно в квадрицепсе, тогда переходим вниз и подтягиваем пятку еще сильнее. Либо, друзья, классическая наша прекрасная, любимая русалка. Если вы хотите дополнительно раскрыть грудной отдел, вот так вот обнимаем и сидим. Но здесь опять же весь акцент на стабилизации таза. Вот самое важное – стабилизировать таз, и выбирайте уже любую позицию, которая вам подходит сегодня. Надеюсь, вы все чувствуете переднюю поверхность бедра левой ноги. Есть? Есть. Остаемся там, где вам комфортно. Да, полотенчика, ягодки от Димы и Лебеди, от Олеси, это здорово, да. Будет действительно бомбическая энергетика этого тура. Классно, сама очень жду. Все, друзья, далее мы сделаем интересное очень упражнение. Опускаем ногу, все перейдите на правую ягодицу, вот прям сядьте на нее. Получилось? Нашли в этой позиции, где у вас правая ягодица? Поработаем над подвижностью левого тазобедренного сустава. Аккуратно. Нам нужно вращать тазобедренный сустав левый, сесть на левую ягодицу и обратно вернуть в лебедя. Вот повращайте, видите, вращается и стопа, полностью раскрывается, пятка смотрит на вас и обратно. Если больно, да, и неприятно, то ногу вот вперед чуть больше раскройте, и пусть будет небольшая амплитуда, небольшое движение. Поманипулируйте с положением ноги, либо сюда, либо сюда, либо вот как у меня она раскрыта совсем в сторону, то есть, да, насколько вам позволяет подвижность сустава. Вы переходите на левую ягодицу и возвращаете очень плавно, друзья, без резких движений. И теперь останьтесь здесь. Почувствуйте и левую, и правую ягодицы. И за правой рукой вдох. И на выдохе наклон в сторону. Здесь сделайте акцент на раскрытие в грудном отделе, где левый бок, создайте арку. Приподнимитесь, станьте выше. Можно взгляд направить вверх, в красивое звездное небо. Как помните, я писала летом рекомендации от меня, что обязательно сделайте Total Stretch, наш волшебный понедельник на свежем воздухе. И это будет чудесно. Посмотреть на звездное небо, ну, если это вечер. Итак, возвращаем руку. Класс. Ну что ж, меняем ноги. Итак, теперь лебедь левосторонний. Напомню, что самый простой вариант – это вариант 90-90. Либо поза лебедя, левая нога впереди, правую назад, выравниваем таз и раскрываем себя. Находим опять же свое положение, правым бедром максимально стремимся к полу. Итак, вы можете быть здесь, либо перейти с опоры на предплечье, либо полностью лечь.
И вот заиграла еще одна моя любимая композиция. Обожаю. Друзья, напомню, да, что вы можете прям полностью вытянуться. Расслабьтесь. Опять же, полежите. Сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Чувствуйте. Итак, далее вы можете немного двигаться в сторону левого колена, но создать вытяжение за правой рукой. Такая легкая диагональ. Но продолжаем правым бедром стремиться вниз. Это важно. Итак, мягко поднимаемся и далее сгибаем правую ногу в колени, подтягивая пятку к ягодице. Снова прекрасное божественное ощущение, надеюсь, в передней поверхности бедра. Итак, напомню, что вы можете здесь, либо вы можете опуститься ниже и усилить движение, да, и, соответственно, ощущение, либо поза лебедя. Прекрасная, красивая, раскрыв себя. Да, находим свой вариант и в нем остаемся, в самом любимом. Ну, не могу сказать, что в очень комфортном, потому что уж стрейч это не совсем про комфорт, только некоторые упражнения. Здесь нужно, конечно, найти то, где вы чувствуете такой легкий дискомфорт, но в пределах разумного. Избегаем всегда каких-то острых, режущих боли, это все мимо. Вот, кто-то, я сейчас на улице занимаюсь, на террасе, гремит гром. Ветер теплый, плюс 28. Листья березы шуршат, соловьи поют шикарно. Наталья, господи, а напомните, откуда вы? Вы же, по-моему, не из России, да? Если я не ошибаюсь. Хотя нет. Листья березы шуршат, Россия. Что-то я, видимо, я в Турцию уже улетела. Думаю, там бы пальмы шуршали. Хотя смотря где в Турции. Итак, мягко опускаем ногу. Далее, друзья, мы садимся на левую ягодицу. Почувствуйте ее. Левая – это вот это. Найдите свое положение правой ноги и начинаем плавно вращать тазобедренный сустав, опуская правую ягодицу на пол и возвращая в лебедя. Снова мягко вращаем правую ягодицу вниз. Напомню, что ногу можно подвигать, да, чтобы вы нашли комфортный для себя вариант. Комфортный и безопасный. Еще мягко вниз, вниз. Как мой тазобедренный сустав радуется сейчас. Еще раз. И остаемся здесь, остаемся и снова чувствуем. Беларусь, моя прекрасная Беларусь. Итак, за левой рукой вдох и на выдохе наклон в сторону. И снова раскрываем грудной отдел. Слушайте, огром, да прям классно. Атмосферно, я бы сказала. Давайте за левой лопаткой назад. Встанем еще выше. Попробуйте левой ягодицей потянуться ниже, а за рукой выше. Итак, мягко поднимаемся. А наше время быстро так летит, да? Давайте раскроем обе ноги в сторону. Хотела я выполнить лягушку, но мне кажется, Инга сейчас обрадуется и скажет, слава богу, что не лягушка. Останемся в этой позиции, в открытой. Вы можете согнуть колени, можете сверху сесть на кирпичи для йоги. Это будет более простой вариант. И потянуться вперед, опять создав утяжение во всем позвоночнике. Ой, Беларусь очень красиво. Вот я была там трижды, мне прям очень понравилось. Чисто, красиво и вкусно. И воркласс там классный. Воркласс там прям отличный в Минске. Вдох, на выдохе вперед. Привет Минску. Пользуясь случаем.
передаю привет Минску. Ну что ж, мягко, плавно ложитесь, друзья. Но опять же, исходим из своих ощущений. Расслабляйте максимально бедра, ягодицы. Прислушивайтесь, а можете ли вы больше? Если да, тогда предварительно делаем вдох и на выдохе двигаемся дальше. И самое главное, доверяйте себе. Ключевое слово – доверие. Вдох и на выдохе еще дальше. Итак, мягко поднимаемся. И теперь помогите себе руками. Подтяните сначала одну ногу, затем другую. Опять же, интересно сейчас ваши эмоции. Ну что, скручивание, друзья. Сегодня мы очень хорошо раскрыли все суставы, грудной, продышались. И завершим тоже грудным отделом. Раскручиваемся. Итак, давайте теперь кладем, допустим, правую ногу на левую элегантно. Руки в стороны и скручивание за бедром. А взгляд направьте либо вверх, либо лучше в противоположную сторону от бедра. Здесь почувствуйте, что ваши лопатки прижаты, ровное дыхание. Кому мало ощущений, друзья, разгибайте ту ногу, которая вверху, либо обе ноги. Но опять же, все зависит от ваших лопаток. Они прижаты, ровное дыхание. Раскрываем себя в разные стороны. Чувствуйте весь объем этого упражнения. Сгибаем ноги и плавно возвращаемся в центр. Теперь поднимаем другую ногу вверх, также кладем ногу на ногу и в другую сторону. Снова чувствуем, что лопатки прижаты. Напомню, что вы можете разогнуть ту ногу, которая вверху, либо выпрямить две ноги. Итак, возвращаемся на спину, подтягиваем к себе оба колена, выполняем симметричное упражнение. И поворачиваемся в мою сторону, помогаем себе ладонью. Аккуратно садимся. Ну что ж, ой, и Юра сегодня с нами был. Ничего себе, Юр, ты закрывал глаза-то, когда я просила, надеюсь. Ну что, друзья, вот так быстро пролетела наша тренировка. Вы даже не представляете, как я не хочу с вами расставаться. Вот настолько хочется продлить вот это наше общение, этот обмен энергиями. Вы настолько уже мне родные, близкие, любимые люди. Новички, вливайтесь в нашу команду. С нами тепло, хорошо и, главное, результативно, друзья. Ну что ж, открываю и направляю вам свое сердце, свой свет. И желаю вам незабываемой, ресурсной, прекрасной недели. И, конечно же, увидимся ровно через неделю. Обнимаю, люблю.
Сколько у нас было в Ютубе? Прибавились, да. А ВКонтакте? Прекрасно. Молодцы, вернулись. Конечно, хочется, чтобы еще было побольше.